Дорогие зрители, дорогие друзья, от всей души приглашаю вас на музыкально-театральную феерию под названием «С любовью не шутят». 2,5 часа потрясающего настроения, замечательной музыки и, конечно же, талантливой актерской игры в составе лучших российских актеров. Вам гарантировано, «С любовью не шутят», но мы попробуем это сделать. Ваша Елена Воробей. До встречи. Ну, во-первых, я подтверждаю, что я действительно Оскар Кучера, и что мы действительно к вам приедем. Приедем с хорошим спектаклем очень. Это «Кальдерон», это «С любовью не шутит», это замечательная музыка Максима Исааковича Дунаевского, это потрясающая работа режиссера Владимира Ивановича Щеблыкина. Это отличная команда ребят, это Лена Воробей, это Коля Коробов. Ну, в общем, Аня Невская, я, в конце концов... Вы получите удовольствие просто. Это история добрая. Это, знаете, декорации потом, извините. Это вам не один стул на сцене, как в последнее время принято ездить. Это все по-настоящему. И никакой пошлятины. То есть вот все как есть, так оно и есть. Прям вот историческая картина, хочется сказать, которую мы вам покажем, достойна того, чтобы вы на ней оказались. А вы достойны того, чтобы оказаться на ней. Приходите. Дорогие друзья, хочу предложить вашему вниманию замечательный спектакль, который поставлен по пьесе испанского, великого испанского драматурга Кальдерона. Спектакль называется «С любовью не шутят». По жанру этот спектакль – искрометная музыкальная комедия. В спектакле занят, помимо вашего покорного слуги, множество других известных, блистательных артистов. Это и Елена Воробей, и Оскар Кучера, и множество-множество молодых, но уже ярко о себе заявивших на столичной сцене и на киноэкране. От себя могу сказать, что как-то в моей немалой творческой биографии мне прежде не доводилось вплотную познакомиться с творчеством Кальдерона. Поэтому здесь я получаю удовольствие вдвойне, что я участвую в такой вот испанской, сценической, но испанской жизни. Думаю, что вы не будете скучать и получите вместе с актерами большое удовольствие и наслаждение. Ждем вас на нашем спектакле. Искренне ваш Владимир Стеклов. Дорогие друзья, я, актриса Анна Невская, хочу представить вам спектакль «С любовью не шутят», который мы играем по пьесе Кальдерона с музыкой Максима Дунаевского. Замечательный, красочный, веселый музыкальный спектакль, где очень много любви, шуток и юмора. Приходите, не пожалеете. Обязательно приходите.